Всем здорово, на связи Рэпер Трейдер, и сегодня будем торговать. Блин, что же мы будем торговать? А как мне ниже ставить? Давайте я тогда сделаю вот так вот. Нет, я сделаю вот так вот. Сегодня будем торговать на выходных. Вот, как раз повышение 3 евро на понижение. Еще пусть. Раз, два, три. Так, поставили 3 евро на понижение. Народ, вообще не успеваю запиливать видосы. С этой группой вообще настолько напряжно запиливать видосики. Сейчас подымем где-то. Ага, подымем. Евро так 10 я решил сегодня поднять. Не вообще не успеваю запиливать видосы. Я вообще думаю, когда я даю сигналы, включать запись и типа потом делать с этих видео нарезку, как я там даю эти сигналы, потому что... А сейчас решил зайти на выходных. Час 39 ночи, идет восходящий тренд. Поставим тогда по тренду. Раз идет восходящий тренд. Боже, я уже, наверное, столько нажал. Я хотел 7 евро поставить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все нормально. Ну, а теперь он опускается. Все шикарно. Первая ставочка 3 евро. Видите, ставки разбиваю частями. Я вас учу этому в группе. Разбивать частями. То есть, если график... А зачем ставить частями? Если Alimtrade закрывает в один пункт, а Binomo не закрывает в один пункт. Да вот если вот закроется у вас вот здесь, вот, например, вы не потеряете всю свою сумму денег. Вообще, на лайткоине, на биткоине идут тренды. Отлично, заходит у нас ставка. Может еще раз поставить просто по тренду. Давайте еще 3 евро поставим. Вообще, как, ну, идут тренды, и если сейчас будет разворот, будем уже ставить на развороте. Вообще, если сейчас поймать какой-то тренд охерительный, будем тупо вверх ставить, график будет ползти чисто вверх, и мы чисто будем в прибыли. Так что вот так вот. Работаю сейчас в группе, работаем в группе все шикарно. Думаю взять пока перерывчик, пообщаться с людьми в группе, как у них идут дела. Ну, дела у всех идут шикарно. Ну, не гони на последних. Давай вверх. Все шикарно. Блин, да теперь я не вижу сделку. Куда пересунуть вот эту вот камеру? А вот сюда вот я теперь пересуну. Сейчас еще подожду просадки. Видите, уверенный тренд. Еще раз поставлю наверх. Здесь, здесь и здесь. Помаленечку ставим, потихонечку. Ставим чисто частями. По евро, по доллару, не ставим мы по 5, по 10 баксов. Народ, у кого депозиты, тем более, 20-30 долларов. Я учу это в группе, учу. Просто еще есть такие ситуации в группе, что люди пропускают сигналы. И, например, попали на один минус, пропустили следующих два плюса. Потом ставят на следующий, и опять получается минус. И опять все проигрывают. И ставят с 10 долларов, есть такие кадры у меня. Отлично. Видите, народ, словил тренд. Какой нахрен против тренда? Словил тренд, сейчас... А, уже 10 долларов мы, в принципе, заработали. Давайте еще раз последнюю ставочку по тренду. Раз. Два. Три. Люди пополняются на 10 баксов и ставят ставки по 5 долларов. Попадают, нечаянно попадают на 2 минуса и сливают депозит. Все, разворотик получился. Нет, все нормально.
Ну давай, хочу закончить на хорошей ноте. Закройся вверх. Давай на последних выстрели, выстрели. Не выстрелил. Так, походу начался в обратную сторону идти график. Сейчас буду ставить на понижение. Видите, сколько шел вверх, и мы хорошо заработали на этом. Все, наставил я довольно так нормально. Что, видно вам? Не видно вам, конечно. Да ну не гони так. Ну под конец, упади, упади. Вот, смотрите. Видите, я не проиграл всю сумму, потому что поставил частями. Смотрите, 58, отбил свои деньги. То есть вы поняли, да, почему нужно ставить частями? Давайте хотя бы до 60 долларов дойдем. Видите, график закрылся между всех сделок, и я часть прибыли вернул. Здесь никакого анализа, здесь минутка. Ну как, я немного смотрю, вы понимаете, что здесь минутка. Не хочу сейчас просто заморачиваться с этими сигналами сидеть. Закрылся, закрылся. Ай, ну куда я поставил? Отлично, словил я точку. И на этой сделочке мы заканчиваем. То есть, какой вывод с этого? То есть, у рэпера-трейдера там плохой вывод. Какой плохой вывод? С каждого видео вы должны делать вывод. Здесь, видите, поставил частями, все четко. Даже если сделка не заходила, на последних секундах хотя бы вышел в ноль. Отлично, 64 доллара. Все, на сегодня хватит. Торгуем понемножечку, частями, никуда не гонимся, не разгоняем никаких депозитов. Сколько я уже устал это вам все повторять. Итак, наторговали мы сколько было у нас. Короче, больше 10 баксов мы сегодня наторговали. Короче, все отлично у нас сегодня вышло. Начинает торговля. Запилил я для вас наконец-то видео. Сейчас иду монтировать. С вами был Рэпер Трейдер. Всем удачной торговли. Ставим частями. Ставим по мани-менеджменту. Рассчитываем все. Всем пока.